поздравляю с праздником, Днем народного единства. Очень хорошо, что мы такие единые, и сегодняшний праздник проводим вместе в прекрасной игре боулинг. Сегодня у нас турнир необычно парный. Это для того, чтобы вы еще стали ближе друг к другу, еще больше полюбили этот прекрасный вид спорта. Каждый из вас может сегодня победить, потому что парный турнир, он отличается от единичного тем, что вы добиваете друг за другом. Все 6 игр в зачет с переходом на дорожку справа. Вот этот кубок я подготовил с боулером. За максимальное количество выбитых сплитов получит этот кубок. Все, всех желаю хорошей игры, хорошего настроения. А также я хочу поздравить пару, которая у нас соблюдила family look. Они пришли одинаково, это прекрасно. Вот. Предлагаю ввести это в правила и парами быть одинаковыми. За это будет дополнительные очки. Всем удачи, вы лучшие. По итогам игры больше всех реализовали сплиты, выбили их. Это Овчинников Андрей и Хрипунова Елена. 2 сплита красивых они выбили. Сплитов было много, всем везло. Но реализовали именно 2, именно наши победители. Вот им этот кубок приз с золотым боулером. Старайтесь в следующий раз также выбивать сплиты и обязательно будем делать такую номинацию. Переходим к награждениям. За 3-е место получает в неравной борьбе буквально-таки выиграли Эдик и Оксана. Так как Эдик уже убежал, Оксана, мы вам вручаем самодельные хендмейк, да, медали. Ну, да, нет, да. Вот. И Эдика. Эдика медаль. Поздравляю. Эдика, она твоя. Так, 2-е место у нас занимает Сережа Черный и Наташа Клюева. Они получают вот такие прекрасные медали. А 1-е место сыграли, я считаю, что очень шикарно, очень профессионально, слаженно, командно. Прям вот просто единое целое, одно звено одной большой команды. Это Андрей Захаров и Жрехова Евгения. Поздравляем. Так, подожди. Вручаем вам вонючие медали. Спасибо. Потому что они пахнут лаком еще, да. Теперь мы стали выше головы.